Если кто-то должен заменить капитана Андерсона, я рад, что это вы. Хотя насчет нелюдей на борту как-то я не уверен. Мы все здесь одна команда, Пресли. Знаете, сэр, про Найлуса говорили то же самое. И смотрите, как все обернулось. Говорите откровенно, Пресли. Если у вас проблемы с нелюдьми, я хочу знать. Не в том дело, капитан. Человечество всегда само решало свои проблемы. Саран напал на одну из наших колоний. Мы сами должны его остановить. Их помощь нам не нужна. Кто-то думает, что попросить о помощи значит проявить слабость. Это глупость и упрямство. Как бы ты ни был силен, союзники сделают тебя сильнее. Пожалуй, так. Может, я просто никак не научусь думать по-новому. Старая школа. Не волнуйтесь, капитан. Проблем не будет. Так держать, Пресли. Да, сэр. Пространством цитадели неофициально называют любой сектор космоса, который находится под контролем расы, признающей власть Совета Цитадели. На первый взгляд может показаться, что в эти территории входит большая часть галактики. В действительности же изучено менее 1% звезд. Даже SSD, использующие эффект массы, не обеспечивают достаточную скорость для изучения всей галактики. Пустое космическое пространство и системы, в которых нет возможности расположить базы для разрядки двигателей, препятствуют дальнейшему изучению галактики. Лишь ретрансляторы позволяют кораблям осуществлять мгновенные прыжки на сотни световых лет, позволяя достичь систем, до которых невозможно добраться обычным способом. После активации нового ретранслятора в системе, в которой он ведет, начинается быстрое развитие. Для экспансии в близлежащие звездные скопления используется SSD. В результате образовалась сеть развитых скоплений, находящихся на большом расстоянии друг от друга и соединенных между собой сетью ретрансляторов. Thank you.
капитан, тут какие-то странные сигналы. Очень странные. Никогда не видел ничего похожего. Вроде бы они исходят из подземного комплекса в нескольких километрах от точки высадки. Thank you.
Не забывайте пить, чтобы избежать обезвоживания. Даже гетто не